не моя. Побудь со мной, а не кашляй. Пусть ночная тишина обойдет нас стороной. Мне сегодня не до сна. Занавеску на окне чья-то сдвинула рука. Кто-то там грустит ко мне, ждет меня. Это хорошие стихи, это дерьмо. Все проходит, но и путь, вот я тебе. Врозь не жить нам все равно. Все равно к тебе вернусь, серый пташкой подогнать. А дитё-то твое. На путях земли родной, тарахтит судьбы боком. Жизнь моя, побудь со мной, помаши рукой стопом. Заведен вагон с утра, мельтешат в его окне, град великого Петра, медный царь на коне. Седоглавая Москва, Волга мать, уродки дочь. И летят стрижи слова. Жизнь моя, побудь со мной. Юрий Петрович, а будет? Это последний стихотворение. А вот, кстати, стихотворение, посвященное присутствующей здесь женщине. Лидия Гладкова написано. Проснулся на окне цветы. Их не было на этом месте годы. Кто их воздвиг, и как они чисты, какие в них содержатся щедроты, и где же та, что водрузила их, чтобы они в душе моей аллели, в моих потемках, в зарослях моих, чтобы немощной музыкой кипели. Быть может, это козни красоты, а не цветы, игра мечты над бездной. А ты мираж, ты была ли ты, чудесный ты, но ведь и